Я пришла здесь против агрессии, против агрессора, российского агрессора. Я прекрасно понимаю, что если Украина рухнет, то весь мир. Урматты кыргызстандыктар, мен сыймыктанам. Эмне менен дебейсиңер бе? Мен кыргызстан дүйнөдө болуп аткан окуяны өз сөзү менен айтканга укугубуз бар Кыргызстанда. Азыркы болуп аткан окуя бул согуш. Башка мамлекеттерде согуш деген сөздү тыюу салып койгон. Согуш десе дароо барып камап коет сен экстремистсиң деп. А биз эркин өлкөдө жашайбыз. Эгер силер бүгүн мен Путинди колдойм дей турган болсоңуздар, урматтуу кыргызстандыктар, уулуңарды, кызыңарды согушка жиберип, же үйүңөрдүн үстүнө бомба түшкөнгө даяр болгула. Уважаемый президент, наш парламент, который молчит до сих пор, да? Украинские патриоты борются и за суверенный, независимый Кыргызстан. И мы уже устали бороться со своими родственниками, да? Которые зомбированы федеральными каналами. Это вообще нечто. Вот нацистская пропаганда рядом не стоит, то, что творит Первый канал, РТР, кыргызский спутник, который здесь находится. Все надо прекратить это вещание. Второе требование. Вывод всех 5 военных баз российских. Потому что под этим предлогом мы находимся под угрозой. И третье. Выход ЕС и ОДКБ. Потому что если мы сейчас выберем центральную организацию, завтра в отношении к нас и нашей экономике, и Кыргызстана в отношении наших граждан будут применены санкции. В начале, когда мы уже вытаскивали плакаты, там представители там РОВД Первомайского района, они стояли и чуть ли каждый не вот так и не проверяли вот так. Вот это нельзя, вот это. Он сказал, что здесь нельзя провоцировать и писать что-то про Россию. Хотя понятно, да, всем, что Россия развязала войну против Украины. И он требовал органы, чтобы меня задержали за то, что я провоцирую якобы. Так как я проживаю уже 23 года в Киеве, я хочу от имени кыргызов, которые проживают в Киеве, сказать что-то. Осталось у меня там сын, невеста, двое внучек маленьких. Я, конечно, очень пережила за этот последний месяц, потому что они оказались под угрозой бомбежки. И вынуждены были 3 дня сидеть в убежищах. И потом они выехали в сторону Львова. Столько лет проживая, 23 года, я никогда не видела ни одного такого нациста или бандеровца. Пусть будет мир, перемога за Украиной. Держитесь, мои друзья, мои родные в Украине. Я пришла здесь против агрессии, против агрессора, российского агрессора. Я прекрасно понимаю, что если Украина рухнет, то весь мир. Когда случилось... Эта беда, конечно, была опасность утонуть в слезах, упасть, пропасть в депрессии и погибнуть вообще, потому что мир рухнул.